5 эффективных способов воплотить свою мечту в реальность. Секрет материализации желания, постоянство. 1. Ваш компьютер. Создайте пароль на своем компьютере, сформулированный из 2-3 слов, которые бы отражали ваше желание, как будто вы уже его достигли. Например, я получила подарок. Сегодня мне везет, счастье есть, и в течение 14 дней отслеживайте изменения в своей реальности. 2. Картинка вашего желания плюс ваше фото. Вырезайте образы вашего желания из журналов или найдите их в сети и обклейте свою веселую фотку этими образами. Смотрите по 5 минут в день на ваше произведение и постарайтесь не спать, когда в вашу дверь будут стучаться возможности, а может и само уже исполнившееся желание. 3. Декларация желаемого. Если у вас есть авто и вы часто добираетесь из пункта А в пункт Б в одиночестве, то выключите музыку и выражайте ваше желание голосом 3-5 слов. Чем чаще и отчетливее для себя вы будете декларировать свое желание, тем быстрее оно явится в ваши руки. Проверяйте. 4. Контроль мышления. Многие полагают, что контролировать то, о чем мыслишь, очень непросто. В действительности же это дело привычки. Суть способа в том, чтобы заменять пустую внутреннюю болтовню мыслью о своем желании. Здесь нужно точно сформулировать мысль о вашем желании. Сделать это нужно так, чтобы каждое слово этой мысли выражало саму суть вашего желания, без каких-либо условий и рамок. Поверьте, ваше воображение – это тесто, из которого вы своими мыслями в перемешку с эмоциями творите реальность вокруг себя. 5. Сон. Ежедневно, перед отходом ко сну, с закрытыми глазами наблюдайте образ вашего желания, в котором присутствуете вы сами. Не взгляд на себя со стороны, а непосредственное личное присутствие. К примеру, желаете автомобиль. Окажитесь в салоне этого авто за рулем, попробуйте увидеть свои руки и эмблему марки машины на руле, потрогайте вашу машину. Просто играйте, не нужно себя заставлять. Некоторые способы могут показаться вам трудными, хотя на самом деле они очень просты. Подумайте, ведь мотивацией для вас является исполнение желания. Начните с чего-нибудь мелкого и проявите немного настойчивости, а результаты ждать себя не заставят.